те, що Рубіна Цибульська потрапить на битву екстрасенсів, вона знала давно. На відміну від свого чоловіка. Арман ще півроку тому навіть не здогадувався, що демонструватиме на весь світ свій дар. Екстрасенси Рубіна та Арман Цибульські. Ми прийшли в гості до цих відомих у всій Україні ромів. Як у тебе складається взагалі в Україні? Все, після переїзду все добре. Давно вже це треба зробити. У меня был отец Луварь, мать из русских цыган. Мы больше жили как бы обособленно, не в, как это у вас называется, компактное поселение, там у нас такого нет. У нас кто-то раскидан, там вот в городе живет. Есть более-менее такие места, где ну, большая концентрация там семей, ну, вперемешку опять же с нецыганами. Ну, как-то так. И я учился, я жил среди русских, среди там, россиян, среди армян, со всеми нациями общались мы. У нас тоже такой интернационал был. И друзья у меня так получилось, что в Питере там грузин, цыган. Ой, господи, ну цыган, понятно, и не один. А, армянин, ну, в общем, евреи там, ну. Мой отец из, у него отец поляк, то есть дед у меня польских корней. Да, да. У нее род идет, ну, и вот, оттуда идет, да. Юпатенки называется, то есть от прародителя, да. Юпат. Деда моего звали Юпат, да, он был. Ну и фамилия Цибульский тоже. Цибульский, да, оттуда идет, именно вот дедовские корни. Родители рано ушли у меня, вот. Мать всю жизнь всегда занималась, принимала людей, учила меня этому ремеслу. С 7 лет, вот как я себя помню, так оно вот и с этим я выросла. При мне она и принимала людей, проводила своего рода там обряды. Даже до сих пор я это помню, эту картину, как она делала там, все проводила там какие-то ритуалы. Это все было, ну, в этой же комнате, там, где я практически спала. То есть это все было вот как-то... Дом был большой, но вот я была всегда с матерью. Отец у меня занимался скотом. Много очень было у него лошадей. Вот. Он ездил по Прибалтике, тогда возили, привозили вот эти вот скот там, как говорится, шаландами. Вот. Ну, Питер сразу там, да. 300 километров уже Таллин, как бы выход в Европу. Очень было, ну, еще не Европа. Он очень это, объемно этим занимался, и как бы жили мы от этого всегда в достатке. Тем, чем занималась мама, его всегда это не устраивало. То есть это занимало времени, его эти люди, ну, как сказать, не нужны были во дворе, которые стоплотворение, там вот это вот. Он занимался своим, ему нужно было как свое хозяйство заниматься своими делами, чтобы все было ухожено, присмотрено. Вот, работников было много, которые занимались за этим скотом. И, то есть надо было присматривать, потому что периодически его не было дома. Вот. Ну, я с этим выросла. Вот, и... То есть, наблюдая с детства за мамой, вы знали, что в будущем вы тоже будете заниматься экстрасенсорикой и будете помогать людям? Я или этого боялась, еще... на самом деле. Нет, в детстве я еще это не видела, я училась, и отец заставлял учиться, вот. То есть, это было для него самое важное, чтобы у меня было образование. Хотя мама сразу говорила, ей это не надо, она будет принимать людей, у нее будет свое ремесло, которое будет, ну, ей по жизни, то есть и ее детям, и ее внукам, и все. Ну, если бы не было у тебя образования, неизвестно, что, насколько бы ты бы, где бы ты находилась сейчас? А что вы закончили, в общем, где-нибудь? Где вы учились? Ну, все-таки папа заставил вас учиться? Я закончила, да, 11 классов. Я закончила среднюю школу.
Просто... Ну, а это потом, как это, профессиональный лицей? Да, профессиональный лицей закончила, еще потом перешла. С горем пополам, но потому это что... уже позже. Да, с горем пополам. Ну, я учился что? Учился в колледже в автотранспортном в Санкт-Петербурге. Закончил его с отличием. Потом еще закончил институт, Московский институт международных экономических отношений. Ну, как-то так. А вообще я всю жизнь учусь. Мы знаем, что ты пишешь книги, а кто тебе в семье прививал, как бы... Никто не прививал, это, наверное, что-то такое свыше. Оно уже с детства меня преследует, и как бы временами, даже если я отхожу от этого, то все равно стремление писать, оно возвращается, и уже почти 40 лет возвращается, возвращается снова. Ну, дедушка у меня разве что писал, так, поздравительные стихи. Ну, не было такого, чтобы кто-то там занимался писательской деятельностью. И больше того, и в детстве не прививали, и в жизни после брака не поддерживали особенно. А почему вы не поддерживаете своего мужа? Почему? Нет, я поддерживаю его в том, что он развивается, что ему интересно. Я всегда всю жизнь его поддерживала во всех его увлечениях, что его интересовало, ты понимаешь? Чем он увлекался, что его вдохновляло. Я всегда его в этом поддерживала. Только я об этом не знал. Ну, она такой человек, что она молча где-то в глубине души поддерживает. А мне некогда было говорить о том, что, боже, как чудесно ты пишешь. Как прекрасно, что у тебя все это получилось. Ты знаешь, я открою секрет. Рубине очень нравятся мои стихи. Особенно, когда я их уже готовый продукт записал под музыку, она их иногда слушает в машине. И вот это меня действительно поддерживает. Есть сложные, а есть у меня действительно сложные романы, наверное, вот «Цыганка во тьме», кстати говоря, из таких. Я думаю, что его далеко не все поймут, и его надо читать, перечитывать, чтобы его понять. У Рубины еще даже времени не хватило его прочитать, но... Надеюсь, найдет. Но я думаю, когда мне будет лет 60-70, я думаю, к этому приду. Обязательно это сделаю. А как вы поняли, в сколько лет, что вот вы будете помогать людям и будете заниматься экстрасенсорикой? А ты знаешь, вот как я это видела... Как мама принимала, как мама это делала, как мама это проводила, вот эти обряды, консультации, как мы сейчас это говорим, приемы. Оно во мне просыпалось. Как сказать, вот я понимала, я слышала, я понимала, о чем она говорит. То есть взрослые какие-то вещи людям, я ребенок, там сколько мне было, 8 лет, 9 лет, я уже в это вникала. И представляла это все. То есть для меня это было как дважды. Это очень просто. То есть вот я это в себе открыла, я это увидела. И мама работала с зеркалами, и я это видела это в зеркале. То есть я это не считала, что вот для меня это было настолько это просто. И мне казалось, что это, наверное, каждый ребенок может это видеть. Этот дар вот передан был... Только вам или еще вашим сестрам? Нет, только мне. Только мне, меня мама учила, меня к этому вела. И вот меня она именно подготавливала, можно даже сказать. Ну, это, я думаю, что вообще этот, так судьба распорядилась. Потому что у нее на самом деле выбора-то другого не было. Ну, вот так сложилось, что она поздний ребенок. Так сложилось, что мать в это время, когда она ее растила, была, наверное, на пике своих сил. Да? И кроме как она, никто не мог больше это впитывать. Да? То есть, только ей должно было передать. Ты знаешь, у меня еще бабушка, мамина мама. Она тоже из большой семьи, и ей тоже передавалось это. Но передается это кому-то из одного члена семьи. Моя бабушка, ей также передалось ей от ее матери. Хотя их было, по-моему, 5 или 6 сестер.
Вот, и моя бабушка передала моей матери. А моя мама уже передала мне. И бабушка в этом участвовала. Она знала, что именно я буду этим заниматься. Вот, что это мне, вот как приурочено, мне оно дано. И бабушка, и мать, они как бы вот вдвоем в меня это все внедрили. Меня интересуют цыганские вот традиции. Как у вас празднуется там Пасха, Новый год? Как раньше праздновали, как раньше было, сейчас оно все потеряно. Вот как я это помню со своего детства, своей семьи, там, где я выросла, что эта Пасха у нас праздновалась неделю. И приезжали к нам, к моим родителям, автобусами. Все его родственники, отца, мамы, там, я не знаю, людей, наверное, человек 50-100. Дом небольшой, но заваливались полностью все, сидели друг на друга, но праздновали, веселились, восхваляли Бога, и было всем комфортно, ну, а что хорошо. Сейчас изменилось? Потом переходили к другим гостям. А вот друг другу всех неделю, ходили. А теперь 1-2 дня, там, ну, 3. Если брать ту же Пасху, да, ну какое отношение у цыган к Пасхам, к куличам пасхальным? Они должны быть огромные, они должны быть выше, там, ну вот, наверное, отражает весь менталитет цыганский. Это кулич должен быть большой. Ну что, вот у нас это сохраняется. В эту Пасху рубина, вот хоть что, мы приехали на 2-3 дня там в Питер, но надо в первую очередь найти эту пекарню, чтобы они сделали вот такие пасхищи. Она ставит их на стол, вот эти, осветить их надо, притащить. Ты знаешь, что такое тащить вот такую Пасху в церковь? Причем не одну. Ну, сейчас было две, да. Ну, вот, ну как-то мы дотащили. Ну, мы вдвоем. А сколько я напекла, еще и следующих, да. А еще маленькие пасхишки для раздачи. А когорт, там, яйца, ну, это само собой. Ну, а как и же? Вот мы тащим вот это, то есть я тащу все это в церковь. Подожди, но ты не рассказываешь... Самая важная суть, почему ты печешь такие Пасхи? Это ты, ну, заказываешь такие Пасхи. Для я чего? Их не пеку, ну, вот потому расскажи. Что у нас нет не, возможности в квартире их спечь. Ну, потому здесь? Что объясни. Мы, ну что, что? Это наши отношения. Нет, это не наши отношения, Это... Наше отношение к празднику. У вас, как бы вы одна семья, у вас разные мнения. Как бы взгляды на жизнь. Разные, да. Кто как бы в семье больше, ну, как бы семья как бы строится на том, кто уступает друг другу, да? Да, я уступаю, конечно, на самом деле. Конечно, я. Нет, я уступаю. Ну ты понял, да, ответ? Ну как-то мы вот так вот уступаем друг другу. Да нет, Витя, я все время ему уступаю, потому что я считаю его очень умным, грамотным, я его всегда прислушиваюсь, поверь мне. Несмотря на то, что я очень эмоциональная, вспыльчивая, такая вся энергичная, на самом деле он скажет, и я его прислушаюсь, думаю, да, действительно, он это говорит, умные вещи. Я начинаю притухать. Я начинаю сразу этого. Пройдет пару месяцев, и она притухнет. Ну. Нет, я не эмоциональная. Ну, нет. Я вообще нет, я скажу правду. Давай. Да. Ну, расскажи. Она очень напористая. Она очень... Я требовательна. А, конечно. Требовательна, это меня не касается. Очень целеустремленная. Она вот ей нужно обязательно добиваться своего. Вот всегда. И это, конечно, и я такой же. Знаешь, вспыхнула, ну вот Романес, вспыхнула, погасла, помирились. Ну вот так 13 лет у нас еще. Да. А где вы познакомились, как вы познакомились? Была ли у вас какая-то пышная цыганская свадьба? Пышная, до невероятных размеров пышная. Ну, в общем, как все цыганское. Ну, но ничего такого... Сверх особенного мы уже познакомились по цыганским меркам в зрелом, я не знаю, возрасте, как это, ну, в средних годах. В 26 лет мы встретились, поженились. Окей. Все, тогда спасибо вам на этом. Не за что, мы были рады тебя видеть в гостях. Мы еще не уходим. Я надеюсь, ну... Камера выключается? Да, камера выключается, все.